Разнесли нас в пух и прах. Ну все, конец вам, ребята. Ладно, ладно, радуйтесь, радуйтесь. Всем привет, с вами Рэй, и мы продолжаем с вами играть в вышибалу. В прошлой части игры мы разнесли в пух и прах медовых хиппи. Давайте посмотрим, что нас ждет в следующем уровне. Хиппи что-то защищает в своем микроавтобусе. Время узнать, что они прячут. Медовый микроавтобус. Знаете вам. Устрою этим засранцам сейчас. Да я вижу, что ты там лежишь. Отлично. Продолжаем. Упс, мимо. Мимо. Тихо. Так, мячик мой. Упс, вали ты отсюда. Да ты бросаешь его. Вот это был короткий и ясный разговор. Пока не опять... Опа, ничего себе. Ты смотри, что делает. Ты смотри, что делает. Совсем, смотрю, припухли, ребят. Не, ну так дело не пойдет, ребят. Так дело не пойдет. Так, я разнесу этот автобус к чертовой матери. Так. Мяч мой. Что ж такое-то, дайте мне его помочь моему другу. Главное, чтобы не раздавили. Главное, чтобы не раздавили, остальное ерунда. Иди сюда. Так, давай, ребят, давай. Ну-ка, получи. Ага, все, давай, выезжай. Будем дальше бомбить. Хиппи, я смотрю. Ух ты, что, масло тут? Гитарами, масло. Ну это вообще уже борзость, я считаю. Блин, давит прям на глушняк. Давай устроим незабываемую вечеринку. Иду на помощь. Ну, хипари, а. Вставай, давай быстрее. На, мухомор, поешь, придурок. Еще съешь один. Вставай быстрее. Вау. Наконец-то мы их порвали, этих сосунков. Поздравляю вас, ребята! Мы сделали это. Гитарист Финн. Хорошо. Так. Ну, тут все понятно. Не троньте наш кайфовый медок. Кайфовый медок, блин. Первый и последний раз вы его видели, свой медок.
Happy true it and holy magic narifari. Point direkt i runna. Santi shodi bro. Hep hep. Frenna, forgive and in. Извини за свою тачку. Мир, братан, мир. Истинный хиппи. Вау, пляжные байкеры. Вот это уже задористо начинает. Так, ребятушки, давайте посмотрим, что из нас, что у нас это представляет. Не упуская возможность поработать над своим загаром, Бьорн и Джермун раздеваются до плавок и отправляются в путь на пляж. И далее... Что за неугомонный свистун там бегает? Запаренные, замученные. Нам нужна лодка. На этот раз для этого... не успел. Не делай глупостей. Не обижай паренька. Опа! Вот это мы наехали. Пляжные байкеры. Ну что ж, пляжные байкеры. Повеселимся. Фак! Ну-ка. Фак, еще краб ко мне прицепился. Вау, тут еще и волна. Да что, что будешь делать-то? Ну-ка нафиг. Давай, 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 вставай, братишка, давай. Вот это другой разговор. Блин. Вставай, брата. Щет, щет. Встаем. Блин, сломал доску, говденыш, а? Что, чтоб тебе? Да я пробую! Разнесли нас в пух и прах. Ну все, конец вам, ребята. Ладно, ладно, радуйтесь, радуйтесь. Первое очко за вами. Хорошо. Да что ж ты... Великолепно! Пошел отсюда! Черт, я загалюнил. Великолепно, просто замечательно. Отлично. Молодец. Молодец. Вынесли мы этого. Ну что, кто теперь повеселится? Сидите и дуйтесь. Так, 1-1, молодцы. Идем, бери... Берем реванш. Шиш тебе. Опа, мимо. Ты нам не нужен. Да, получи. Вау-вау-вау, волна. Так. Вот это другой разговор. Промазал, да ё-моё. Так, пора вручать, братишка. Так, я этого не понял. Что там стоишь, блин, там? Сыночек, блин, плачешь. Так, мы уже в гневе. Все, нафиг, я раздухарился. Так, давай, ребята, устроим этим. Ага, великолепно.
Да что такое? Чем они там бросаются помимо мяча? Они... Помимо мяча они что-то еще бросают. Получи. Так, я не помню. Хорошо получилось, блин, выручать надо. Давай, 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 перехват. Что ж ты не ловишь-то, а? Давай, вставай, братиша, давай, вставай, нам не до этого сейчас. Молодец. Куда волна пойдет, ага. На. Что ж ты делаешь-то? Кому ты отдал меч? Ага, краб этот дает нам замедление, я так понимаю. Мы медленнее двигаемся. Так, волна еще тут. Вау, есть! Весь в крабах идет, но победил. Ты-т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 ы
не подвести и сделать все как надо, точнее по фэншую. Начало не фэншуйное, не шиша. Получил. Отлично. На вылет, как говорится. Ага, великолепно. Давай, 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 последний удар. Давай ты. Лови, лови, давай, давай, пас. Блин. Получи. И на добивочку. Отлично. Мы это сделали, ребята. Победа наша. Напряженный был бой, но мы все-таки этих байкеров пляжных сделали, блин. Вау, тири-пири-трали-вали. Сэнди разблокировали мы. Оп-оп-оп, кривоногая ты наша. Так, ну что. Следующий бой, наверное, посмотрим в следующем выпуске, ребята. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.